Привет всем-всем-всем! Сегодня будем готовить цветную капусту. Сделаем ее по-особенному, по-еврейски. Для начала ее нужно просто отварить. Я возьму замороженную, опущу в кипяток и буду варить примерно 5-10 минут. А пока нарежем и обжарим лук. К луку добавим специи. Это куркума, кориандр и черный душистый перец. Лук со специями соединился. Теперь добавляем к ним нашу готовую цветную капусту. И прогреем их вместе еще буквально 5 минут. Секретным ингредиентом этого блюда является кунжутная паста, или так называемая тахинная. Ей поливают перед подачей сверху. Она делает блюдо более питательным и насыщенным, придает ему ореховый вкус.